Пошел король b6. Ферзь берет на d4 шах. Задание. Выберите за черных из двух ходов. Король берет коня на a5. Или ферзь c5 шах. Ферзь c5. Перекрытие от шаха. Какой из этих ходов был сделан в партии? Топалов в партии пошел. Так, король берет на a5. Потому что ферзь c5 в этом случае ферзь не мог помочь королю. Ферзь берет на f6 шах. Ферзь d6. Вопрос, как белые здесь продолжают? Ну и, кстати, в случае ладья d6, белые берут ладью на h8, и у них абсолютно выигранная позиция. Черные могут сдаться. А после ферзь d6 надо ответить на вопрос, как белым играть дальше. Так, еще раз, перед тем, как мы посмотрим ответ на этот вопрос, мы еще раз посмотрим другой ход черных. Это король берет на a5 в этом случае. Тогда следует b4, пешечная вилка с выигрышем ферзя. А вот теперь уже, значит, на ферзь d6 белые играют. Белые делают трудный ход, который, в принципе, очень трудно найти в этой позиции. В общем-то, компьютерный ход, хотя, наверное, Каспаров его увидел. Слон e6. И мотив этого хода — связка и атака на короля. Выясняется, что взять слона в этой позиции — это проигрывает. После ладья берет на e6, как раз связка. Ферзь связан и теряется. И белые выигрывают. Поэтому слон e6, хотя и подставляет слона как будто, но брать его нельзя. Если пойти здесь, слон берет на d5. Но я просто покажу вам варианты, потому что у нас нет много времени. b4. Если здесь слон c6, то ферзь берет на f7. Ферзь d1 шах, король b2. Ферзь берет на f3. Под защитой слона ладья c7. Нападая на слона, и если ферзь берет на f7, то ладья берет на c6. Промежуточный шах, король a7, слон берет на f7, и белый выигрывает. Если здесь взять слона, то ладья b7 шах, мат в один ход. И другой вариант: после слон e6 король берет на a5, b4 шах, король a4,
Если король b6, то следует такой вариант. И ферзь c5 мат. Король a4. Слон берет на d5. Вопрос в этой позиции, как здесь белые продолжают. Тема — матовая атака. Белые играют король b2. На взятие слона. Ферзь b3, шах. cb. Мат. Обратите внимание на эти идеи, потому что они встретятся и в партии, или в других вариантах партии. В партии, значит, было сыграно король a5. Берет на a5. В данный момент у черных лишняя ладья и конь. b4, шах. Король a4. И вот здесь, значит, Каспаров пожертвовал много материала, чтобы король черных попал в опасное положение. И он играет ферзь c3. И грозит здесь ни много ни мало ход ферзь b3 мат. Задание. Выберите за черных из следующих ходов. Ферзь берет на d5. И слон берет на d5. Как сыграл Веселин Топалов. Слон берет на d5, проигрывала партию. Задание. Ход белых. Как белые выигрывают? Король b2. И черные в проигрышном положении, у них нет защиты. Ходом король b2 белые защитили пешку на a3 и угрожают ходом ферзь b3, шах. И, например, если черные возьмут ладью, чтобы у них уже было две ладьи лишних и конь, то ферзь b3, шах, слон b3, cb. После слон d5 партии было сыграно ферзь вперед на d5. Защищая это поле b3. Задание. Выберите из двух ходов за белых. Ладья a7. Или король b2. Король b2. И черные после король b2 выигрывают, потому что они играют ферзь d4 и с помощью связки добиваются размены ферзей. И белые должны разменять ферзей. Ну, белые могут попытаться пойти ладья а7, тогда следует размен ферзей. И черные защищают пешку а6 ладьей и выигрывают. Поэтому Каспаров пошел в партии ладья а7 в этой позиции.